Когда вы, как руководитель возвышенной редакции, бросаете вызов с тем, что Ленина надо захоронить, всей коммунистической партии, вы на следующей неделе ставите в этой же программе «Взгляд» сюжет про, значит, массовую, значит, резню там в Тбилиси. Ну, как, это же они же это знают или как это происходит? Знаешь, вот я думаю, что у них просто духу не хватило. Понимаешь? Вот когда ты идешь вот в атаку просто, понимаешь, во весь рост, и там против тебя там человек тоже стоит с автоматом, да, но он видит, что ты пошел на него просто, да, там. У него в какой-то момент сдают нервы, потому что он не понимает, что тобой двигает. Он бросает ружье и убегает. Вот такие были моменты. Я это вот понимал, да, что это именно так, что вот я иду во весь рост, да, там, и говорю, что это должно быть так. Это должно быть так. Это ради страны, ради людей, которые нас не поймут люди, если мы вот об этом не расскажем, да, там. Потому что, что касается Марка Захарова, это, понимаешь, это было, в общем, ну, игрушки на самом деле, понимаешь. Это была идеология чистая, да? Ну да. Вот идеология, в которой все понимали, что Ленин там, ну, рано или поздно его уберут. Там, до ну, сих пор лежит, ничего страшного. Да, да, ну, до сих пор лежит. Слава Богу. Но Ленин, понимаешь, это как бы дедушка Ленин, к нему так и относились, понимаешь, как к дедушке Ленину, понимаешь. Он не играл какой-то роли, понимаешь, в сегодняшних событиях. Ну да? Это да, конечно. Да. То есть это вот, ну, такая хорошая, красивая сказка, да, там, давайте вернемся к ленинским нормам жизни, там. Хотя те, кому надо, все знали прекрасно про Ленина все, понимаешь. И там эти секретари обкомов партии, они держались просто за свои места, потому что они, ну, как бы, они понимали, что если там Ленина нет, значит, там завтра, скажут, партии нет, понимаешь, ну, да. Там, ну, и там, скажут, а какой ты секретарь по идеологии, или вообще какой ты первый секретарь, если ты, как бы, не защищаешь это. Это все... Туфта, понимаешь, по большому счету. То есть серии, которую вы прошли уже в молодости в Узбекистане. А вот то, что произошло в Тбилиси, это уже серьезно. Это уже кровь. Это уже другая история. Понимаешь? Это совершенно другая. Это тут Ленин, понимаешь, это все проехали. Это, понимаешь, посмеялись даже где-то между собой. Mm-hmm. Понимаешь, там, над этими секретарями, которые вот так вот возбухли, да, там. Знаешь, чего вы там про Ленина говорите? А у вас там, смотрите, у вас там что? У вас там люди несправедливо сидят, или там, ну, кто-то проворовался из вас же, там, да, там, кто-то на чем-то погорел, там, а вы сейчас вот про Ленина нам рассказываете, понимаешь? Это такое. Но вот когда стреляют, когда бьют там саперными лопатками, и когда кровь пролилась, это уже, вот это было серьезно.